Наш земляк, уроженец аула Кашхабаль Назир Псиунов, еще в конце июня текущего года исполнил свою заветную мечту. Он прошел пешком из республиканской столицы до своего родного аула. 58-летний мужчина стартовал в 2 часа ночи и к 3 часам дня прибыл до места назначения. Таким образом, с небольшими перерывами на отдых на 55-километровый путь потрачено чуть больше 12 часов. Для достижения своей цели Назир Псиунов готовился долго и упорно. Данный переход совершил в рамках акции «10 тысяч шагов к жизни», приуроченной ко Всемирному олимпийскому дню. Львиную часть своего времени Назир Газраилович посвящает ведению здорового образа жизни, да и свою трудовую деятельность связал со спортом. Он занимает должность заместителя директора Центра спортивной подготовки сборных команд Республики Адыгея. Пожелаем Назиру Псиунову очередных достижений и, конечно же, здоровья!